Фотограф Лариса Дубинська з дитинства пам'ятає жінку, яка приходила до її бабусі. Моей бабушке была приближена женщина, которую мы воспринимали просто как женщину не от мира сего, которую бабушка вот оберегает. Она была в нашей семье, и мы просто знали, что она такая есть. И год назад я поняла, что это была женщина, у которой был аутизм. С мамой Давида Лариса познакомилась минулого року у дні розповсюдження інформації про аутизм. История цієї родини зачепила жінку. Если им уделять внимание, то они адаптируются в наш мир, и они находятся в гармонии с нашим миром. Идея фотовыставки – наголосить, что проблемы людей с аутизмом можно сдолать разом. Насколько обычный может быть ребенок-аутист? Это при том, что параллельно он совсем необычный, он совсем закрытый, он совсем чужой, но при этом он любим, он социально приемлем, и как бы все зависит от родителей. На процесс фотографирования хлопчик не звертав уваги, и ось, что вышло. Он проходит, он идет своей дорогой, скажем так, и люди на него особо не реагируют, но иногда вот можно посмотреть, он просто заглянул в книжку, что-то его там привлекло, и как на него смотрит девушка. Я бы назвала его вот исследователя. Это все очень воспринимает, я думаю, что очень живо. Вот он подошел, например, к высокому бордюру, он достаточно много времени возле него прошел, ходя в одну сторону, в другую, и у меня ощущение, что он играл на фортепиано. Кількість випадків аутизму збільшується з року в рік. Зараз співвідношення дітей з аутизмом становить 1 на 88. Причина виникнення медикам невідома. На сьогодні ефективним лікуванням вважається метод ABA або інтенсивне поведінкове втручання. У Давида виявили аутизм у 2,5 роки, зараз йому 8. За період лікування було багато спроб та невдач. Мама Давида розповідає, завдяки методу ABA у сина є прогрес. Якщо я хочу допомогти своєму дитині, самостійно я не справлюсь. То есть мне нужна помощь других, соответственно, если мне нужна помощь других, эту проблему надо озвучивать. У планах фотографа згодом зробити повторні фотовиставки з нових світлин. Хочеться поспостерігати за життям хлопчика у світі покадрово та подивитися на СУВ у терапії. Виставку можна переглянути до кінця листопада у торгівельному центрі Гранд Плаза. Евеліна Михайленко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.